Добрый вечер, дорогие друзья! Вы смотрите телеканал Шопен Шоу. Прямо сейчас долгожданная рубрика «Электроника». Почему долгожданная? Именно этот час поклонники рубрики «Электроника» ждали с большим нетерпением. Впервые на телеканале Шопен Шоу громкая премьера бренда. Громкая премьера супер-мега-смартфона, который поразит сейчас вас своей функциональностью и невероятной, фантастической картинкой. Ну, действительно, ты правильно сказала. Вот все слова, которые сейчас произнесла Арина, супер-мега-крутой, супер-мега-навороченный, супер-мега-быстрый смартфон, я держу его сейчас в руках. Это компания Hisense, которая является крупнейшей промышленной компанией Китая. Она является государственной компанией и работает она с 1969 года. То есть в прошлом году ей исполнилось 50 лет. Вау. Сначала она занималась радиоэлектроникой, но сейчас переквалифицировалась и занимается вот такими сложнейшими гаджетами, смартфонами. И сейчас я держу невероятно качественный, невероятно продуктивный смартфон в руках, который может стать сегодня вами. Ну, давайте начнем, во-первых, с корпуса. Обрати внимание, корпус сделан вот такой вот рифленый. И это, друзья мои, это не просто лазерная гравировка. Это натуральная аргентинская кожа. Вау! Да, компания Hisense покрывает свои смартфоны с оборотной стороны специальной выделкой кожи из Аргентины. Очень приятно держать в руках, естественно, не выскальзывает, не остается никаких отпечатков пальцев. Дальше, друзья мои, я хочу вам показать невероятно большой экран. Соотношение экрана, который здесь есть, к площади корпуса, 91,6%, то есть практически всю площадь покрывает невероятно качественный экран разрешения Full HD. Здесь мы видим качественную картинку. Посмотри, какая передача цветов, какая реалистичность, какая красота. Нет тех слов, чтобы вот сейчас передать вам то качество и те ощущения, которые испытываю я, держа сейчас в руках этот замечательный смартфон. И это еще не все. Так. Это только начало. Это только то, что мы видим, друзья мои. Друзья, но, это фантастика. Но мы здесь еще не видим, но можем ощутить на себе камеру. Сдвоенная камера, обратите внимание, сколько она мегапикселей, как вы думаете? Я не знаю, а сколько обычно бывает? Ну, обычно бывает 10 мегапикселей, 15 мегапикселей, бывает 20 мегапикселей. Здесь, внимание, камера 45 мегапикселей. 45 что? Мегапикселей. В три раза больше, чем в обычных смартфонах. Камера, которая используется для селфи, то есть которую вы будете снимать сюда, внимание, 20 мегапикселей. А обычно сколько? 45 и 20. Вообще, вот эту камеру делают обычно, ну, где-то 5, максимум 8 мегапикселей. Вау. Здесь 20 мегапикселей. Внутри, друзья мои, находится 8-ядерный процессор. Сейчас я скажу неизвестные для тебя слова, но те люди, которые понимают, они поймут. Snapdragon Qualcomm 675. Snapdragon, я знаю это слово. Да, это лучшие процессоры, самые продуктивные процессоры. И здесь, да, вот в Android-устройствах, которые используются, стоит как раз один из лучших процессоров. То есть данный смартфон можно считать даже игровым, поскольку игровые смартфоны требуют вот таких вот мощных производительных процессоров, и здесь стоит как раз такой мощный производительный процессор. То есть у нас с вами, считай, профессиональный фотоаппарат. Здесь такая зеркалка, да, знаешь, которую носят профессиональные фотографы. Да. И считайте, как ноутбук у нас здесь с вами. Ну, действительно, еще раз, игровой процессор, великолепные камеры здесь стоят, шикарнейший экран. Ну и естественно, друзья мои, естественно, это разблокировка. Разблокировка по отпечатку пальцев, то есть когда вы прикладываете пальчик, у вас происходит разблокировка экрана. Причем происходит все молниеносно. Посмотри, доли секунды нам нужны для того, чтобы открылся вам ваш смартфон, и вы получили доступ только к информации. Вам. Только вам, естественно. Плюс ко всему, ну естественно, здесь есть кроме отпечатка пальцев еще разблокировка по лицу, Face ID. То есть когда вы смотрите на экран, вы получаете информацию. Ой, что такое датчик
освещение? Что такое? Адаптируется экран к тому освещению, где вы сейчас находитесь. То есть отключается слишком яркая, выносливая батарейка 4500 мАч. То есть хватает на длительное время. Технология умного управления яркостью. Дополнительная, вот посмотрите, да, хватает на 6 часов непрерывной работы. Умная кнопка здесь есть, которую можно запрограммировать на быстрый доступ. Вообще можно долго рассказывать про этот смартфон, но давай сначала к цене. Так, теперь моя очередь долго рассказывать про этот смартфон, потому что у меня, как у человека, который представляет цены на телеканале Shopping Show, есть что рассказать про цену. Уникальная цена, которая действует только здесь и только в этом эфире один единственный час. Только на телеканале Shopping Show уникальная цена на брендовый великолепный смартфон с суперпроизводительностью и профессиональной камерой Hisense. И только в прямом эфире 11 999 рублей. Сейчас расскажу, что это в сравнении с остальными ценами самая низкая цена. Про подарки хочу быстро сказать. Вы получаете, значит, такой вот чехол у нас, посмотрите, подарочный. Как книжка он раскрывается, очень удобно им пользоваться. Далее у нас с вами в подарок идет защитное, внимание, стекло. Стекло. Это стекло, а не пленка. Это стекло, а не пластмассовая защита. Это стекло для защиты вашего экрана. Ну и, конечно, сам смартфон в кожаном аргентинском дизайне. 6000 рублей экономии. Пошлите по магазинам. Вы любите сравнивать цены. Я знаю, вы готовы убедиться в том, что сейчас и здесь самая низкая цена. Я всегда так делаю. Прежде чем что-то купить, я проверяю, сколько это стоит в соседнем магазине. Вот она, самая минимальная цена на этот смартфон, который мы нашли в интернете. 12 292 рубля. 19 434 рубля эта цена уже со скидкой. Вот, 14 тысяч рублей. Выгода на сайте 11 тысяч рублей. И только телеканал Shopping Show имеет эксклюзивные права с брендом Hisense, которому 50 лет, это государственный бренд, и скидка у нас эксклюзивная. Ариночка, можно я еще раз расскажу про характеристики камеры? 20 и 45 мегапикселей, друзья мои, мы видим, то есть это качественная съемка, супер, качественные фотографии даже в затемненных помещениях, получается невероятно реалистичные. Ну и много дополнительных функций, когда вы зайдете непосредственно в фотоаппарат этого телефона, вы поймете, что здесь собраны это такие функции, которыми пользуются профессиональные фотографы. И здесь они тоже есть. Еще раз я вам показываю экран, который размещен на весь корпус этого смартфона, занимает 91,6% всего объема данного смартфона. Ну, посмотрите, да? 15 сантиметров. 15 сантиметров данный смартфон, то есть он удобно помещается в руке, но посмотрите, какая передача цветов. Вау. Посмотрите, какая реалистичность.